Время бежит, а палата стоит. Пойдем глянем. В общем, что тут? Очень достаточно симпатично, я так считаю. Это у нас тут, извините, парк зарядье. Васильевский спуск. Русская березка. То, чего тебе не будет хватать в Израиле. Да. Да, видимо, это действительно он и есть. Сейчас посмотрим. Ну, короче, пришел я к чему? Что-то я разговаривал сейчас со своими друзьями. И пришел к выводу, что мне лучше всего поговорить с камерой. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Пока сюда я ехал, ой, грустную музыку, вот это я терпеть не могу. Вы уже это знаете. Я играю и слушаю исключительно веселую музыку. Короче, все эти... Да, сейчас, когда ехал, читал Дени Дидро, «Монахиня». Очень тонизирующее произведение. Опять же, потому что там интеллектуальная свобода и описывается еще и чувственная свобода. В общем, и то, и другое, в общем, очень даже хорошо. Так, посмотрим. Вот здесь, наверное, музей. Мне брат сказал, что здесь музей Романовых, можно туда даже внутрь зайти. Я... Ну да, видишь, мой любимый 16 век-17. Так. А ну-ка, осторожно, ступеньки. Понятно. Так, что это такое? Мемориальная доска открытая, ну. Ага. Поняли? Английская королева. Так, вход. Билеты в музей можно привезти на сайте мобильных жизней платежем. Так это и есть вход? Даже с судом верится. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, короче, это 350 рублей билет, а он сказал музей дома Романовых дальше. Это старый английский двор. Любопытно. Мы сюда зайдем, сейчас поднимемся наверх. Это любопытно. Ну вот, в целом, все, что я хочу сообщить миру. Это как я иду по брусчатке в своих новых ботиночках. И, слава богу, женщины меня еще любят. Вот. По крайней мере, есть надежда. Мой компас потусторонний.